раз Сергей Луганский уходил на войну из этой алма-атинской школы. В грозном фронтовом небе он подружился со своим земляком Талгатом Бегельдиновым. Ну вот, ребята, на фронте мы встретились с Толей Бегельдиновым. Какая встреча-то у нас была? На одном из полевых аэродромов Толя летал на штурмовиках, я на истребителях. Ну, с Толей мы познакомились, как земляк, односельчанин. И мы с ним все время, всю войну провоевали, так сказать, не разлучаясь. На одном из полевых аэродромов Толя взлетел, повел однажды эскадрилью. На эту эскадрилью напали мессершмитты и фоки-вульфы. Ну вот нам, как истребителям, пришлось разжать атаки. Вот мы с Толей до конца войны, и поэтому я его знаю как хорошего летчика, и земляк, он оправдал тоже доверие, он дважды Герой Советского.